всім, сьогодні продовжуємо займатися стретчингом. Тренування проводить наш тренер Юліана Джулай. Вітаю вас! Здравствуйте! Сегодня мы с вами выполним комплекс из партерной гимнастики, направленный на развитие продольного шпагата. Начнем с небольшой разминки. Правую ножку на подъем, подогнули пальчики. И выполняем перекаты вперед. Растягиваем передние мышцы ноги и назад. Оставляем ногу на подъеме. Растягиваем подъем. При этом у нас очень хорошо разогреваются ноги. Вперед. И возвращаемся назад. Очень важно выталкивать пятку вперед и не косить стопу. То есть не отводить пятку в сторону. Стараемся держать прямо. Снова вперед. И возвращаемся назад. Снова вперед. И возвращаемся назад. Бедра усаживаем на пол. Бедра к пятке. И дотянули ножку. Вытянули колено, вытянули стопу. Очень важно дотягивать коленка, подъем и пальцы ног. Тянем, расслабились. Левая. Левая ножка. Вперед. Возвращаемся обратно. Вставляем ногу на подъеме. Еще вперед. И обратно. Так выполняем 8 раз. Если нужно быстро разогреться, может 4. Вперед. Бедра к пяткам. И вытягиваем ножку, дотягиваем колено, пальцы ног, подъем. Тянем колено сильно-сильно в длину. Ножка вытаскивается из таза. Должны быть такие ощущения. Тянем. Расслабили ножки. Ноги по выворотной позиции. Коленки тянем, продолжаем разминаться. Вытягиваем стопы раз. И сокращаем через полупальцы. Очень важно выполнять качественно это движение, для того, чтобы хорошенько разогрелись ножки. Пятки толкаем вперед, коленки тянем. Вытягиваем колени так, чтобы пятки отрывались от пола. Раз. И максимально плоско, то есть максимально выворотные ножки. Сокращаем. Раз. Вытянули. Два. Три. Придерживаться не нужно. Четыре. Раз. Ручки свободные. Два. Три. И через полупальцы ножки дотягиваем. Раз. Нужно выполнять это движение до тех пор, пока вы почувствуете тепло в мышцах. Раз. Два. И затем можно плавно переходить к растяжке. Правая нога осталась прямая. Левая нога подгибается. Ножка в сторону, коленка раскрываем. Проверяем два бедра, два плеча прямо смотрят в одном направлении. Стопу, коленка дотягиваем. И с прямой спиной наклоняемся к ноге. Берем под пяткой, можно сделать замок, если достаете. Коленки вытягиваем, два бедра, два плеча прямо. Вдох и на выдох в длину наклоняемся к правой ноге. Снова вдох, проверяем спинку. И также от поясницы ребра вытягиваем вперед, наклоняемся к ноге в длину. Носиком тянемся к носку. Коленки, стопы дотягиваем. Еще проверяем спинку. Коленки, стопы тянем. Вдох и на выдох. Наклоняемся. Следим за тем, чтобы первый живот, грудная клетка и голова перетягивались к ноге. Дальше. Сокращаем стопу на себя. Нога четко по шестой позиции, то есть прямо, не выворотно. Стопа сокращается. Хорошенько тянем пальцы ног на себя. И при этом вытягиваем сильно-сильно коленко. У вас поднимется пятка от пола. Вы почувствуете, как растягивается задняя поверхность ноги. Поднимаем пятку от пола. И тут же проверяем спинку. Держим ножку. Бедра, плечи ровные, в одном направлении. Грудную клеточку старайтесь раскрывать.
Расслабились. Поменяли ножки. Теперь левая нога прямая, коленки стопы тянем, правая согнутая. Проверяем два бедра, два плеча прямо и наклоняемся к ноге. На раз-два наклонились вниз, нога выворотная, пятка смотрит в потолок. Коленки стопы тянем, на раз-два вниз, на три-четыре расслабились. Проверили спинку, снова раз-два в длину. На 3-4 расслабляемся. Коленки, стопы тянем. Еще раз. 2. 3. 4. И снова. 1. 2. 3. 4. Сокращаем стопу на себя. Нога четко по шестой позиции. Берем за носок. И отрываем пятку от пола. Коленки тянем. Проверяем спинку. Коленка к полу, пятка выше от пола, как можно больше. Отрываем пятку от пола. Очень хорошо растягивается под коленкой. Поменяли ножки. Правую ногу берем под пяткой, противоположной рукой, левой. И ногу выравниваем. Проверяем спинку, два бедра. Два плеча прямо. Для тех, кому трудно достать под пятку, можно держать за щиколотку. Плечи оттягиваем от ушей, от пояснички себя вытягиваем. Вдох и на выдох ножку притягиваем к себе. Снова. Вдох, пятку вперед, носок от себя. И на выдох ножку притягиваем к себе. Вдох и на выдох к себе. Еще разочек. Вдох и на выдох к себе. Сокращаем стопу на себя, нога четко по шестой позиции. Растягиваем под коленками, следим за спиной. Стопа на себя. Стопа четко по шестой позиции. Коленки тянем. Снова ножку вытягиваем и максимально притягиваем к себе. Задержали ножку, ручки вперед. Стопа дотягивается. И опускаем ножку. Поменяли левую. Также берем под пяткой. Проверяем два бедра, два плеча прямо. Коленки, стопы тянем. Плечи оттягиваем от ушей. Вдох. И на выдох нога притягивается к себе. Снова вдох. Нога к себе. Еще раз. Два. И еще разочек. Коленки дотягиваем. Раз. Ножку поднимаем ровно настолько, чтобы можно было сохранить коленко прямое. То есть колено не сгибаем. Сокращаем стопу на себя, нога утюжком. Здесь очень важно вытянуть коленко до предела, чтобы растягивалось под коленками. Икроножная, вся задняя поверхность ноги. Стопа на себя, проверяем спинку. Снова вытягиваем носок и притягиваем ножку к себе. Задержали ногу, руки вперед, удерживаем ножку, раз, два, три, пяточку толкаем вперед, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и ногу опускаем. Теперь ложимся на спину, левая нога согнутая, правую ногу берем под пяткой, желательно ногу брать выворотно, и ножку выравниваем. Плечи на полу, бедра на полу, пятку толкаем вперед, плечи на полу, вдох и на выдох, нога притягивается к себе,
Еще вдох. И на выдох ножка притягивается к себе. Следим за тем, чтобы бедра были на полу. Лучше амплитуда движения будет меньше. Но бедра будут на полу. Так выполняем 4 раза. Затем сокращаем стопу на себя, нога утюжком. Коленки тянем. Сделали замок в руках, накинули ручки на ногу и расслабили. Стопа на себя, нога утюжком. Отпускаем ножку, сейчас выполняем батманы, выворотная нога, батман – это бросок ноги. Акцент ноги на себя, к низу придерживаем. Раз, к низу придержать. Два, к низу придерживаем. Три, четыре, пятку толкаем вперед. Еще раз, и акцент на себя, и три, и четыре, и три батмана, спасибо, три батмана. На четвертый раз ловим, забрасываем ножку. Раз, и два, и три, и ловим ножку, и притянули к себе. Коленки, стопы тянем, и еще, и раз, и два, и три, и ловим ножку. Теперь выравниваем левую ногу, и правая нога прямая, и левая ножка прямая. Спасибо. Сгибаем правую ножку, левую ногу берем под пяткой, то же самое выполняем с левой ногой. Коленки тянем, бедра на полу, пятку толкаем вперед. Вдох и на выдох нога к себе. Коленки дотягиваем. У каждого своя амплитуда движения. Раз, два, ножка к себе. 4 раза ножку притягиваем к себе. Коленочки тянем. Сокращаем стопу на себя, нога утюжком. Нога четко, ровненько, по шестой позиции, стопа на себя сильнее, сокращаем стопу на себя и коленку, соответственно, вытягиваем тоже. После того, как потянули ножку, можно переходить к батманам. Батманы. Раз, и два, 8, 16 раз, три, и 4, и еще раз, и два, и три, и 4, три батмана. Раз, и два, и три, и ловим ножку. Притягиваем ногу к себе. И последний разочек. Раз, и два, и три, и ловим ножку. Выравниваем правую и притягиваем левую. Тож такі вправи допоможуть вам сісти в бездоганий шпагат. Поэтому тренируйтесь вместе с нами, и результат не заставит себя ждать.